Хей, hey, с вами Шмики, мы продолжаем проходить игру под названием Steam World Addict. Так, может у тебя можно купить? Я не видел уже на поверхности со времен войны. Они безумные и опасные, совершенно непредсказуемы. Прямо как большинство моих посетителей. Ну, короче, около салона мы можем просто воскрешаться, да и все. Очень жирная. Бац. Хорош. Хорош. Молодца. Так, давай немного сюда прокопаем. Ай-яй. А взорваться раз, два, три. Еще вернуться к этому бетону. Просто вздыхать как-то не хочется. Сразу продам все. И у тебя как раз кирку купим. Как все хорошо прошло. Как очень все хорошо прошло. Так, а теперь нужно вернуться обратно, мне все равно же. Потому что у нас там немного не изученный верх, как можно заметить. Осталось выбрать более безопасное. Ну блин, ну видно, что да, машина война, у нас машина война здесь произошла. Все в таком духе, поэтому у нас... Ай-яй-яй. Разруха и все в таком духе. Бац. 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 Так, все, здесь больше у нас ничего нету. Да. Да. А, здесь у нас ничего нет. Я к нему не хочу лезть, пускай он там сидит, отдыхает. Сразу делаем себе проходик еще. Мне нужна лестница. Хотя давайте сразу хп от регеню. Да, телепорты мы больше не будем с вами покупать, потому что их можно потом в дальнейшем все равно найти будет. Можно пойти, либо пойти вот сюда. Давайте вот так, потому что здесь грибы. Ну,
А, так он вздыхает после того, что... После того, как упал? Тогда он довольно легкий противник. А я-то думал, на самом деле, что он это... пожестче будет. А то, что он просто с высоты типа упал и из-за этого сдох. Окей. Могу знать. Грибы лучше не ломать, потому что они довольно полезны. Как вспомогательный трамплин. Да, они просто сдыхают от падения. Так, у нас уже 300 с чем-то. Ах ты ж я. Тут так под парня не подкопаешься. Новый предмет, обсидиан. Так, туда мы не ходили, да? Ух, а там кислота. А это чисто все плюс, да? Ну, легкое на самом деле место. Интересно, не все убивается таким способом. Если да, то это самые такие простецкие враги, я буду считать. Да уж. Я вот так копаю себе, чтобы сразу запрыхивать. Так, тебе все продать. Улучшенная так.
Что улучшенное? Ой, я динамит мог купить, ништяк. Броня с лестницей. Улучшенная гидравлика. Меньше расход воды. Ну такое. Или давайте все-таки вот это. Блин, ну это десятку стоит, это очень много. ХП типа дополнительные можно купить. Чтобы меньше сдыхать. Дальше местность. Так, ну тут сразу тупик, хорошо. Вижу, так я вижу проход куда-то. Да, опасное место становится. Очень опасно. И бур нужно тоже улучшать. Потому что все уже начинается на буре. Чисто все уже местность на буре. Там ничего, да, не было. Прикольное местечко. Точку. Да, да, секрет. Опа, секретная область. Плюс сатан. Пролез. Так, плюс сотня. Так, наверх нужно. Мне нужно наверх. Ладно, все равно он мне ничем не мешает. Так, у нас уже 200 есть. Хорошо. Ну, 300. Округлим, так сказать. Три сотни у нас есть. Короче, этот выберется оттуда. О. Он нам просто сломает проход. Мне будет легче. Так, кирка уже больше не поможет. Так,
Но я вижу то, что мне, в принципе, нужно. Лови, стоят. На меня это дело, ё-моё. Это что-то новое, очень ценное. А, это биотит. Ясненько. Тогда не очень ценное. Тогда уж не такой ценное. А вот это что новое упало? А нет, это что-то не новое. Это просто то, что что-то не подбирается. Это то, что не подбирается, хорошо. Чё, робому? Что мы робому? Надо выбираться. У меня же много всего. Надо выбираться. Может, нужно будет телепорт купить? Тоже как вариант. Думаю. Поехали. Выбираемся сюда. Выбираемся отсюда. Или не выбираемся отсюда. Походу, мне придется лестницу ставить. Серьезно? Ты поставил у меня здесь лестницу? Ладно, тут с разбега можно провернуть это дело. Не, нужно все-таки брать телепорт. Это не дело. Просто знаете, о чем я еще сейчас думаю? Ну, сейчас я куплю телепорт, немного пройду, а там он еще один будет. Сучка, сучка. Сучка. А, я возьму, потому что я все равно очень долго времени трачу, только чтобы дойти сюда. Я знала, что в старом мире можно найти сокровища. Почти опнулся. Динамит купим, телепорт купим. Что тогда, буровую систему, да, покупаем? 250 или 500 сразу. Давайте сразу на 500.
сразу на 500 потратим. И подожди, что? А, все, у меня куплено. Да, нужно бур покупать. Здесь только кирка с уроном. Можно кирку с уроном купить. Да. Бежим к воде. Не, давайте сначала я покопаю еще немного. И если же не найду, тогда я поставлю. Если не найдем ничего. Я лучше думаю на ничего поставлю, а то мало ли. Да, у меня теперь бур намного больше. О, здравствуйте. Обычная руда. Парнишка улетел. Немного. Кислоту. Так, вот это вот тоже хорошо, то, что мне теперь бур, можно сказать, тоже не нужен. Ай-яй-яй. Это было неприятно. Неприятно. Хорош, молодец. Так, держать. Так, стоять, мне нужно сходить за водой по-быстрому. И пойдем сюда. Так, я вижу кристальчик, хорошо. Так, а смогу потом я отсюда просто выбраться, мне интересно. Кажись, уже нет, ладно. Сейчас проверим, проверим, проверим. Нормально. Хорошо. С той стороны тоже, да, но что-то есть. Да. О, я сейчас сдохну, нафиг. Блин, что тогда здесь оставить? Телепорт. Ну, давай. Я сейчас подохну. И... быстрая кирка. Ух, изи. Изи. Так, у тебя отхилится, может? Кирка не у тебя, да? Я лучше без рокерков, блин, на самом деле. Как это можно? 750. Я куплю без рокерков. Mm-hmm.
хера себе. Так, а теперь мне осталось безопасно прийти к моему телепорту. Пипец, он меня просто набит. Мне сдыхать нельзя, потому что я тогда потеряю все свои деньги. У меня только 50% остается. Так, ну, ладно, это зато на хил. Не, ну этот дорогак, он сильный. И он меня немного бесит. Ну что я его удалить не могу? Так. Плюс сатан. Так, ясно, мне уже это не выбраться. Значит, только вниз. Здравствуйте, Данки, здравствуйте. Ладно, получил урон, и что? Я хочу туда попасть. Пока что не знаю как. Так, сразу сокращение пути. Динамит я использовать могу, поэтому... А по иному я сюда просто не попал. Как я понимаю. Да? Так, хорошо. Быстро кирка мне нужна. Сюда не попасть пока что. Пока что. Пасхалочки. Люди ждали Half-Life 3 и так и не дождались. Обожаю пасхалочки. До свидания. Блин, ну, ребят, пасхалка, ну как вы видите. Пасхалочку. Так, еще один алтарь. Окей. Новенько, да? Паровой кулак. Ух ты. Бом. Вот тут классненько. Ну, на самом деле такое. 50-50.
Так, сейчас я это сломаю. Музыка попадает. Теперь переключаться неудобно. Переключаться неудобно, нужно вернуться, купить динамит. Водичка плюс. Та-та-та-та. Зараза. Нужно кислот найти, все-таки уничтожать, они мешают. Да. Бам. Порту. Так, подняться. Только так. Но благодаря ему я хотя бы могу стрелять всех. Поэтому нормально. Ты скоро доберешься до дна старого мира. Должно быть, конец пути уже близок. Дело в том, что температура под старым миром будет уже слишком высока для любого симбота. Для этого, наверное, будет употребляться вода, да? Дэнди. О, новый житель. Европа, технология не развивается, а скачками. Все происходит постепенно. Один изобретение делает, возможно, другое. Но эти штуки, чтобы ты находишь внизу, скажу честно, они меня немного пугают. Хотя они все равно могут быть полезными. Чего тебе? Так, ну что мне? Мне, в принципе, нужен динамит. Я отхилюсь лучше. Готовы к счастью. Еще до войны с начальным так, прибирались туда и играли в прятки. Вернувшись, некоторые из моих друзей рассказывали о так, светящихся в темноте огнях. Скорее всего, пытались нас напугать. Но по тебе не скажешь, что ты боишься привидений. Го-го-го. Привидения, говоришь? Порой старый Джо пропадал в шахте по несколько недель. Должно быть, он очень так глубоко забрался. Да, мы думали, что он пропал с концами. В конце концов, он так и поступил. Приветствую вас, любитель, сэр. Мне кажется, что в этом городе вы тосковали без достойной коммерческой альтернативы. Не волнуйтесь, юный джентльмен. Вам нужны безупречные товары и обслуживание. Дэнди Александр, вот тот, кто вам нужен. Этот город давно нуждается в хорошей порции стиля. Разве вы не согласны? Ух ты ж, ё-моё, повреждение почвы острое и крепкое. Предлагаем в разных расцветках. Ультрабур, тяжелый удар, повреждение почвы, повреждение врага. Плазменный фонарь. Еще дольше. Я фонари лучше куплю. Мне лестница нужна. Мне нужны лестнички.
лестнички. Она разве быстрее стала? Ну ладно. А, я понял! Ее можно один раз ударить и все. Ясно. Как взорвать эти бочки, чертовы? Не нужно тратить свою магию. Да, теперь все ясно. Но это теперь довольно просто. Да. Атакуйте меня. Бац. Бац. Чё бочка не взрывается? Мне желательно, чтобы она взорвалась. Ладненько. Тогда пойдем на вход. Конечно, меня уже покоцали довольно сильно. Так, хорошо, жизни. Жизни плюс. Ну, блин, ну не трать ты. А здесь ничего, внизу что? Надо мне камень забрать. Сдохни, тварь. Урынка. Да блин, он мне еще коцнул. Чё за бред? Так, мне топливо нужно. Окей. А я, знаете, сейчас что заметил? А что время уже подошло к концу, а я все еще в шахте. Купим телепорт, короче говоря. Сейчас. Еще один. Потому что это уже сложно. Мне уже сложно.
Пожалуйста, главное не взрывайся. Так, все продаем. Пить, репорт, хилиться. У тебя, да, продавались? Нет, у него, значит, продавались. Ладно, давайте, короче, я думаю, на этом закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.